Ребята, всем привет! Вы на канале Лаки Джеки. Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Сегодня мы с вами будем покупать вещи в магазине Тока-Бока. Вы представляете, ребята? Ой, ребята, случайно тыкнул. Давайте начнем, ребята. Интересно, что там будет? Я не расскажу вам сейчас, что мы сейчас откроем. Так, ребята, мы откроем свалку крампетов. Я знаю очень много, где тут находятся крампеты. Кстати, ребята, не забудьте подписаться и ставьте лайк. Начнем, ребята. Так. Свалка крампетов. Класс, ребята! И теперь у нас есть свалка крампетов. Смотрите. Класс. Давайте посмотрим. Я многие секретки знаю. Давайте начнем. Ох, красота, да. О, смотрите, ребята. Первый крампет. Шеф-повар. Мы их, наверное, будем складывать сюда. Начнем. Первый есть. Второй вот клубничка. Ой, так, тут никого нет, никого нету. Не знаю, что тут нужно что-то пару раз покрутить. Ой, простите. Ну, я знаю, ребята. Кстати, Опа! Ребята! Смотрите, кого мы нашли. Так, наш гость, как вас забирать? А, типа, оп-оп. А, ну, пути открытыми. Так, о. Это не считается? Нет. Какая милая сова! Класс, ребята, складываем их в рядочек. Так, тут никого. Тут никого. Ох, качок наш. О, розовый роботик, какой миленький, ребята. Так, стоп, тут никого, тут равлик. Что мы все открыли? Откроем это, откроем. Я запутался. Так, а тут ничего нету, так. О, какая-то карта. А, да, ребята, тут написано, где сколько раз можно покрутить. Нам это сейчас не нужно, мы уже об этом узнали. Так, в телевизоре никто не живет. О, гитари, о, домик. Что, можно? О, это еще забрать можно. Так, собака. О, ну, собака, наверное, не крампет. О, прикольный какой крампет, смотрите. Так, этого мы оставим домой. Опа. О, айпад. О, я уже знаю, ребята, я уже знаю. До свидосик, идем туда. Так, я уже знаю, ребята. Годинки, вы живете? Ух, сейчас типа должно что-то произойти. Вот, ребята, вот такая вот свалка. Что это такое? Ничего, это бутылка и все такое. И на этом, ребята, мы с вами будем заканчивать. Всем пока-пока! Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Пока-пока! До новых встреч! Пока! Ребята, вам понравилось это видео? Оцените его лайком. Пока-пока, ребята. Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Пока-пока.